В ничью сыграл Анжи с «Зенитом» на выезде. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Игра была, как и предполагали, непростая. «Зенит» живо начал игру, но первому открыть счет в матче удалось игроку Анжи. На 24-й минуте Юрий Жирков сделал удачную передачу на Жуао Карлоса, который пробил в угол и забил первый в игре гол. Во второй половине встречи ситуация изменилась. Удача была на стороне сине-бело-голубых. На 66-й минуте хавбек питерцев Константин Зырянов сравнял счет. Итог встречи 1-1.